В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года прогремел взрыв, после которого история страны разделилась на до и после. Это катастрофа на Чернобыльской АЭС. В городском округе Люберцы почтили память тех, кто отдал свою жизнь во время ликвидации аварии. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшая в истории Советского Союза. Тогда в зоне поражения оказались около 3 миллионов человек. В день 38-й годовщины трагедии жители Люберец собрались на аллее памяти, где установлен мемориальный камень ликвидаторам аварии. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны, руководство округа, молодежь и люди, которые боролись с распространением радиации. 2,5 месяца там провел на станции. Вот. Ну, конечно, было жутко. Ну, в то время мы не боялись. Мы шли, как говорится, вперед, за родину защищать. Мы и дезактивацией занимались, и этот, как графит скидывали. В общем, кто что говорил, то мы выполняли. В то время был я еще молодой. Я только с армии пришел. Фактически я ничего не ощущал. Зато теперь сейчас ощущается. Сейчас стало тяжело.